17 мая 15:30. Столкновение произошло минут 10 назад. УАЗик врезался в меня. Он летел, как бы, блин, гораздо больше 40, хотелось сказать, 40. Удар хороший пошел. Я ехал уже, я, вернее, стоял уже на повороте, стоял на месте, удар пришел, стоячая машина. Сотрудники утверждают, что у них отказали тормоза. Врезались сотрудники. Тормозной путь, я слышал, как свист резины стоял. Вот тормозной путь, они утверждают, что у них отказали тормоза. Лучше сюда сам встань, ё-моё, палку возьми свою. Конечно, как разбили мне машину.